В этой серии видео вы увидите развитие перца Каролины Риппер с 91 по 105 день. Сейчас перчик выглядит следующим образом. Он уже начал цвести. Перец перенес я вот такой бокс, а также увеличил ему освещение. Теперь стоят две лампы по 12 ватт. Для того, чтобы перчик хорошо опылялся, раз в день буду постукивать по стволику. Тем самым у нас падает пыльца и опыляется цветок. Далее в видео вы увидите таймлапс. Приятного просмотра. День 92. Сейчас обработаю перец монофосфатом. Развел 1,5 грамма на литр. И обрабатывать буду по листу. Вот так обработал перец. Далее у нас будет таймлапс. День 105, и вот так на сегодня выглядит перец. Перец завязал уже плоды. Высота у перца приблизительно 30 сантиметров. И в ширину перец имеет 42-43 сантиметра. Всем, кому интересно развитие перца, можете подписаться на канал. Также можете посмотреть предыдущую серию. Там будет развитие перца 76 по 90 день. И в следующей серии вы увидите развитие перца 106 по 120 день. Всего доброго и до свидания.